Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Мы очень рады всех вас видеть, рады вас приветствовать в продюсерском центре Игоря Сандлера. Очень рады вашим нарядным деткам. И я хочу сказать, что сегодня начинает работу 4-й международный вокальный конкурс «Золотая нота». Этот конкурс был создан специально для того, чтобы молодые исполнители получили возможность находиться на этой сцене, получить очень ценные советы от нашего звездного жюри, развиваться дальше и, конечно же, получить призы. И хочу сказать, что самым талантливым нашим исполнителям будет предоставлена возможность получить поддержку в печатных СМИ, в интернет-изданиях, а также невероятная возможность записать трек в одной из лучших студий Европы, в продюсерском центре Игоря Сандлера. Это было очень здорово. Я вас поздравляю. Чтоб горы реки застыли, поля носили меня. У вас потрясающий костюм сценический, особенно мы оценили конверсы. Но все это не имеет ровным счетом никакого значения, если вы не попадаете в нотки. Ну что, здорово. Меня покорило то, что песня очень сложная, реально сложная. Это этим все сказано. Ты берешь за такую песню и английский, я все понял, что удивительно. Молодец. Одним из наших спонсоров является «Вдохновение», который приготовил очень много вкусных призов для наших участников. А также мы будем рады предоставить сертификат на запись в нашей студии. Приглашение принять участие в проекте 5775. Попозже о нем вы узнаете. Приглашение в эфир авторской музыкальной программы Игоря Сандлера «Молочные братья» на русскую службу новостей. И на участие в первом детском рок-фестивале. Платье потрясающее, я себе тоже сделаю подобное. Мне очень понравилось. Саша, у тебя очень сильный голос, у тебя очень глубокие, чистые глаза. Я тебя поздравляю с великолепным началом, у тебя очень умные глаза, я так думаю. Добрый вечер, скажите, пожалуйста, как вы, впечатления вообще от сегодняшнего конкурса, что понравилось, что нет? Впечатления самые лучшие. Мне понравилась вообще и вся организация, и мне понравилось то, насколько дети серьезно подошли к подготовке. И дети, и, конечно же, их родители, и их преподаватели, потому что очень высокий уровень получился мастерства у всех ребят. Я слушала и периодически просто забывала, что нахожусь на детском конкурсе. Я видела очень много разных фестивалей, конкурсов, в которых и сама участвовала, будучи ребенком, и привыкла все равно к определенным уровням, то есть были выше, были ниже, но вот это однозначно относится к одним из самых высоких, наверное. Хороший посыл от центра Игоря Сандлера в этом направлении, потому что я тоже работаю с детьми, и именно с детьми, которые изначально обучаются. Это дети, они впитывают, дети, они как лакмусовая бумажка, все, что происходит в мире, и все, что происходит в семье. И вот эти все настроения, они в свою жизнь отображают, и отображают в своих рисунках, песнях, там, танцах, все что угодно. Так что, если с раннего возраста правильное направление дать, то в нашей стране, я считаю, что очень много талантов, я сегодня сам в этом убедился. Я для себя сделала очень много открытий сегодня, и хочу с этими ребятами дружить, в дальнейшем выступать в одних концертах и так далее. И есть вот девочки и мальчики, на концерты, которые бы я сходила. Вот как только у них, ну, понятно, что у детей сольные концерты, наверное, будут не скоро, но тем не менее, есть люди, ребята, у которых заложен уже очень большой потенциал, и при правильном развитии, при правильном каком-то преподавании они имеют шанс быть большими звездами. У
тебя абсолютно лицо для человека, который должен играть в театре, помимо того, что петь. Вообще, на самом деле, ты будущая звезда действительно кабаре, потому что ты и актер хороший, и интонируешь хорошо, и очень музыкальный парень. Я желаю тебе успеха. В чем секрет успеха? Чтобы из них выросли настоящие исполнители. Талант, конечно, безусловно, это основа. Вот это самое главное, наверное, опять же, желание. Было бы желание, все что угодно можно сделать. Надо чуть-чуть, каждый день регулярно заниматься. Я говорю всем, что нет людей без слуха. Что больше стимулирует, все-таки победа или поражение на дальнейшую, вот работу более такую серьезную над собой? Когда как? Наверное, стимулирует, когда ты можешь победить и на следующем же конкурсе, не знаю, вылететь с первого этапа. Что хотели бы им пожелать в дальнейшем будущем? Пожелать, чтобы они понимали, о чем они поют. Они, в первую очередь, чтобы они поняли, как мне говорил мой учитель и говорит до сих пор Александр Алексеевич Конов, говорит, что ты должна понимать, Этери, зачем ты вышла на сцену, что ты хочешь донести, зачем, просто красивое платье показать, полная ерунда, да? То есть должно быть какое-то послание от ребенка, уже даже от ребенка, потому что если ты хочешь выбрать это своей профессией или ты серьезно этим занимаешься, нужно понимать, зачем ты это делаешь.